Привет, друзья! Приветствую вас на канале. Сегодня хотела вам маленькое видеообзорное сделать по тем плющам, которые я укореняла. В общем, ну, есть ли какие-то изменения? Прошло, кстати, уже, ребят, 10 дней. Вот это я посадила в горшок, ну, его поливаю. Вот один раз поливала, это второй раз вот надо сегодня полить. И вот это, ну, тут даже еще земля влажная. Вот, знаете, внешне я никаких изменений не заметила. Вообще не заметила. Но стоят такие все живенькие, прям хорошенькие, никто не подвял, ничего. Прям отлично. И в этом горшочке. Вот. Вот. Еще я сажала сюда вот третий горшочек. Ну, у меня здесь просто был как на перила цветы. Но тут белки рылись, и мне пришлось здесь натянуть пленку, иначе они из этого горшка все разрывают. Но тут я еще умудрилась лучок подсадить. Они роются. Ну, я заодно тут и понавтыкала. Все тут мне поперерыли, паразитки такие. В общем, я их прикрыла. Ну, здесь прям в парничке аж тепло. И тоже никаких изменений нет. Но я целых, наверное, дней 5 только мучилась. Я посажу, а утром встану, опять все разрыто. Утром посажу, опять все разрыто. Так что это опять накрываю. И пусть оно стоит закрыто. Вот в таких маленьких горшках, и это у меня под крышей, они как бы не роются. Вот это у меня стоит, кстати, ребят, в тени. Это я сейчас на солнышко выставила, а так в тени и на улице. В дом не заносила. Но хотя я их уже выращиваю для дома. И сказала, посмотрю, что с ними будет. Те, которые посадила вдоль дека, благополучненько засыпают листьями клен. Но факт тот, что вроде и белки-то не сильно роются. Вот сегодня полила опять. Два раза я всего лишь поливала, но два раза были дожди. Но вроде как тоже все стоит. Вот видите, из земли торчат мало-мало. Ну, нормальные. И сейчас покажу третий мой уже эксперимент. Это те, которые укореняла в воде. Ну и вот, ребят, хотела показать. Это мой экспериментик. Это листики, которые стоят в воду. Я поставила в вазочку, да? И вот видите, уже видно, что они дают корешки. Прошло 10 дней. И появились белые корешки. В воде прекрасно укореняется. Прям такой зелененький. Даже вот как будто этот листик продолжает расти. Хотя, как я показывала, вот этот плющ вообще был зачуханный. Самый зачуханный. И ни одного корня не было. Все прекрасно развивается. Ну вот так. На этом все, друзья. Вот так вот выглядят мои плющики. Все растет. Хотя можно было этот эксперимент не делать, но ну, просто это был эксперимент, и я показала вам, что все как бы укореняется хорошо в воде. На этом все. Пока-пока, ребята.